В марте 1913 года барнаульский санитарный врач господин Орлов предложил приобрести 73 плевательницы и установить их во всех приходских училищах города. По его мнению, именно в школах нужно приобщать детей не плевать на пол. 21 марта 1973 года в Барнауле был открыт техникум советской торговли. В учебном заведении начали готовить кадры для отраслей торговли и общепита. Обучение проходило по четырем специальностям. В 1997 году техникум был преобразован в колледж, а сегодня это Алтайская академия гостеприимства. Помимо товароведов, здесь выпускают специалистов в области туризма и гостиничного сервиса. 21 марта 2013 года в Павловске в рамках губернаторской программы 75 на 75 был открыт отреставрированный Дом культуры «Юность». Его построили в 70-х годах, и за это время капитальный ремонт не проводился ни разу. В обновленном здании появился концертный зал на 450 мест и модельная библиотека. Губернатор Александр Карлин отметил: «Этот Дом культуры поможет закладывать новые и укреплять уже существующие народные традиции Павловска».